Власти подсчитывают сумму ущерба, нанесенного паводками. В частности, чиновники устанавливают точное количество погибшего поголовья скота. Пока есть только информация, что в безопасные места вывезено более 43 тысяч голов домашних животных. Тем временем в редакцию 7 News через мобильное приложение WhatsApp прислали видео, на котором запечатлена попытка спасения теленка. Жители поселка Жанажол Акмолинской области обнаружили животное, которое в результате паводков оказалось в воде. Как вы видите на этих кадрах, люди сначала пытаются выгнать скотину из воды, бросая камни, но из этого ничего не получилось. После хозяин решил сам прийти на помощь теленку, но животное все дальше уходило в воду, в результате чего утонуло.